Ребят, всем привет, с вами Снюсайд Випер, и сегодня обзор у меня на Винчи Под. Давно у меня, кстати, не было видосов, но на это были причины. Я вам об этом говорил примерно 2-3 недели назад, в прошлом видео. Самое главное, смотрите этот видос до конца, потому что там самое интересное. Давайте сейчас перейдем к его характеристикам и ко всему. Дата выхода этого подика вообще неизвестна. Вышел этот Винчи в 7 цветах, вот покажу выше. Скорее всего, вы заметили, что моей расцветки нету в этих цветах, которых я показывал вам ранее. А все потому, что это какая-то лимит-версия, как я понял. Но это типа то же самое, что и обычный Винчи Под, просто другая расцветка. Никаких дополнительных там зопов и ват он не дает. Просто обычная ебаная какая-то расцветка с джазом и все. Основатель этого джаза Чарли Чаплин, скорее всего, вы его знаете. Кому интересна его биография, просто загуглите и чекните сами. Но вот, как я говорил ранее, эта расцветка просто для любителей джаза и всего-всего этого. Даже ради этого подика поставлю на фон джаз. Вот даже видите, вот на этой металлической вставке написано «Чарли и джаз», и ебаная какая-то шляпа. И все это относится к джазу. И кстати, когда у меня был Винчи этот, я заметил то, что когда его переворачиваешь, он немного автофайрит. Не знаю, как у других Винчи, но у меня так. То есть он у вас просто, если будет лежать в кармане перевернутый, то он у вас, скорее всего, вообще полностью сгорит. Я вообще не понимаю, почему у меня так. Скорее всего, что-то с индикатором тяги, то есть с микрофоном. Скорее всего, его залило, или я вообще не понимаю, почему так. Но надеюсь, на других Винчи подах не так. Заряжается он через порт USB Type-C. Никаких испаров и чего-то там еще у него в комплекте не идет, кроме второго картриджа и зарядки. Выходная мощность 15 ватт, ну, в общем, как у Чероне, но не буду сравнивать его с Чероном, потому что это две разные компании, ну, похуй. По компактности и по ваттам он больше подходит на Exros Mini. Такой же маленький, компактный и такое же количество ватт. Аккумулятор у него 800 махов, объем бака 2 мл. Сопротивление у него 0,8-1,2 Ом. Изготовлен он из цинкового сплава и какого-то пластика. Сейчас поговорим о его плюсах и минусах. Говорить, скорее всего, даже не буду, просто покажу вам на экране. Минусов, скорее всего, у него будет немного побольше, чем плюсов. А вот и минусы, вот их как раз таки больше, чем плюсов, блять. Ладно, ребят, думаю, с вами уже прощаться, видос подходит к концу. Всем пока, с вами был Снюсайд Вейпер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.